Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Навчання – складний та багатогранний процес, який вимагає зосередженості, уваги і вміння запам'ятовувати. І для того, щоб полегшити цей процес навчальний, ми запросили до нашої студії Олександра Казаріна. В майбутньому, можливо, ви будете займатися ще чимось, окрім психології і окрім того, що у вас є диплом вчителя. Так, ви є. Ще багато чого вмієте. Знаєте, сьогодні, на сьогоднішній день, ви ще принесли з собою музичний інструмент. Це укулеле. Так. І за допомогою такого цікавого інструменту діти можуть вивчити будь-яку грамоту набагато легше і простіше. Правильно? Дуже рада вас бачити, так. Пане Олександр, в нашій студії. Добрий день. Ти слышала, що з допомогою тебе можуть все одне, так що буде. Так. Сьогодні будемо говорити про музичну грамоту разом з шкільною освітою. Тобто ось так от, об'єднали усе. Діти вчаться онлайн. І дуже складно, мабуть, запам'ятовувати ті легкі, можливо, на перший погляд, предмети, не знаю, там, математика, хімія, фізика, історія, багато чого. А от ви розробили свою методику. Ви зараз почали придумувати пісні, які допоможуть дітям краще вчитись. Правильно? Ну, лучше, легче, прикольнее, наверное, учиться. Ну, дело в том, что ты вот права. Мы же с тобой уже давно знакомы, ты знаешь все мои и образования в том числе. Но много чем я в жизни занимался. Я и химию преподавал, и психологию преподавал в университете. И даже работал музыкальным руководителем в детском садике. В общем, в жизни всякое бывало. Ну, инженером работал. Всякое было. Вот. Ну, препод я по своей внутренности. По натуре, так, как да, так оказалось, ага. Что педагогика – это мое, у меня это получается. Вот. А тут еще и укулеле вместе. Я думаю, почему бы не совместить эти два замечательных понятия. Вот. Кроме того, у меня же дети есть. Так, а як, до речі, навчальний процес проходить? Вони зараз вчаться, ну, да, з успіхом? В основному онлайн, тому що всі ці от... Угу. Ну, зараз всі ж діти зараз так вчаться. Вот, і я подумав, вони ж приходять і розказують, що в школі там скучно, то учительниця кричить, то непонятно об'єсняє, то матеріал вообще-то какой-то, а вони ще й подростки. Я подумав, чому б как бы, не зробити інтересну, прикольну таку програму, где и музыка, и песни, и при этом еще и запомнить можно было бы что-то такое вот. Ну, я пам'ятаю зі шкільної програми, от запам'ятовувалось легше в піснях щось, так, в якихось там поговорках, присказках. І, звичайно, коли ти все це запам'ятовуєш, то ти надовше це залишаєш у своїй пам'яті. І тоді воно дуже швидко якось приходить. Давай на тебе проведемо експеримент. Ой, я так не люблю це. Ну, давайте вже, добре. Давай так. Давай так. Я от зараз тобі скажу так. От я, як преподаватель хімії, говорю, Юля, запомни, пожалуйста, следующее. Так. Число Авогадро равно 2,6... А 6, записывать 6... можно? Не можно? Только, запоминать. Число Авогадро равно 6,2 на 10^23 степени атомов или молекул. Да? Это вот столько атомов и молекул содержится в каждом моле вещества. Кроме того, запомни еще. Малярный объем газа 22,4 литра. Запомнила? Я записываю. Вот. А еще запомни. В общем, короче, неинтересно это, правда? Ну, вот. Якби я собі знала, що це треба. Я ж відмінниця була в школі. Колись, давно. Колись. Я запам'ятовувала, записувала. Вчилась якось. А якби я мала укулеле... Слушай, давай лучше спой. Давайте. А песня, кстати, в ней много чего есть, много всякой информации, кроме того, что тебе сказал. Ничего себе. Число молекул всегда одно и то же в одинаковых объемах газов. Как, блин, забыл. Число молекул всегда одно и то же в одинаковых объемах газов. Никто ему не верил и факты не проверил, и поняли его не сразу. Но Амайдео Авогадро – настоящий граф. Амайдео Авогадро оказался прав.
602 на 10^23 значение Авогадро числа. Столько атомов или молекул в одном моле каждого вещества. Но Амедео Авогадро настоящий граф. Амедео Авогадро оказался прав. А вот Ян Якобс Берцелиус был великим химиком. Он открыл множество химических элементов новых, объяснил действия катализаторов, аллотропию, изомерию, но конкретно заблуждался вот в этом вопросе. 22,4 малярный объем для газа. 22,4 химля, запомни с первого раза. Амедео Авогадро настоящий граф. Амедео Авогадро оказался прав. Вот супер, так. Клас! Така весела пісенька. Ну і скільки ж таких пісень? От для того, щоб вивчити усю, наприклад, теорію по хімії. Ти знаєш, на самом деле много не надо. От я от общаюсь з людьми, які школу закончили. Хотя бы основы какие-то знать нужно. Вот у меня уже 16 песен есть. Ого! Это из области химии, из математики. Ага, это загалом усі, так? Да. Угу. Это ж начало. Я вообще как бы инициирую это. Вот если кто-то видит это и кому-то заходит, пишите такие песни, пишите стихи, а музыку можно придумать. И сделать можно этот учебный процесс веселым, прикольным. Звичайно. И надолго запам'ятают дети, и это будет легко дорослым. И все разом могут спевать. Это ж супер. Как это добро? Представляешь, вот учитель приходит такой, и достает укулеле и начинает там урок математики такими Класс. Словами. Та він би був улюбленим учителем. Пі-пі-пі, 3,14. Пі-пі-пі, пі-пі-пі, пойди розкажи своїй тёте. Есть прикольное число в математике. Говорили мы его в детском садике. Как мы выросли, того не заметили. В геометрии его снова встретили. Можешь подпевать? Пи-пи-пи, пи-пи-пи, 3,14. Пи-пи-пи, пи-пи-пи, пойди расскажи своей тете. Папе ты скажи, ах да, знаете ли, сэр, длина окружности всегда ровно 2πr. Если хочешь ты пешком землю обойти, расстояние легко сможешь ты найти. Кстати, приблизительно 40 тысяч километров. Пи-пи-пи, пи-пи-пи, 3,14. Пи-пи-пи, пи-пи-пи, пойди расскажи своей тете. Брату площадь круга надо знать, помни это, брат. Если будешь ты считать пи на r квадрат. На уроках не зевай и не затупи. Песню эту повторяй про константу пи. Сколько? Пи-пи-пи, пи-пи-пи, 3,14. Клас! Супер! Ну, дуже класні отакі от основи, ази, які покладені на музику. І коли буде складніша програма, то що, можна додати чогось ще Конечно. Там музичних? Конечно. Ти знаєш, откуда вот эта идея возникла? Вот пару місяців назад у нас був фестиваль авторської пісні, посвященный пам'яті Галича. И там одна девочка из Запорожья, Анечка Тищенко, десятиклассница или одиннадцатиклассница, спела песню про умножение векторов. Угу. Причем она с историей эта песня, и учительница там по математике что-то говорила, поставлю тебе двойку, а то тут ты все время песни поешь. Вот если напишешь песню какую-нибудь про математику, я тебе 12 поставлю, а та взяла и написала.
Вот такая песня о том, что... А там в припеве повторяется это правило о том, что вот произведение вектора равно произведению их модулей на косинус угла между ними. Так вот, в конце этой песни весь зал уже знал это, понимаешь? Вот, я думаю, дуже, какая класна ідея. Це дуже добра. Ідея о, просто неймовірна. Ну, і якщо, я знаю, що от вірші, коли вчиш, то краще їх заспівувати. І тоді теж дуже легко можна запам'ятати усе. Да. Ну, і тут зараз математика, бо у вас більше уроки, ну, і предмети взагалі направлені на точні науки, так? А якщо це гуманітарні, то теж, мабуть, можна придумати. А вот, Юль, я тебе, знаєш, я просто очки забыл, но... Если так очень близко, вот твоя задача отгадать, называется географическая угадайка. У меня просто это есть в виде песни, но поскольку мне нужно приближать, я буду читать. Хорошо? А ты будешь отгадывать? Ой, так, ну то, не так знаю, тоже может я чего-то не ну, знаю. Да, слушай, ну вы слушай. Мне будете подсказывать, добре? Да ты справишься. Так кто знает? Ну слушай. Ну давайте. Протекает река Сена здесь, жили здесь и Гюго, и Сартр, и поля в центре города – кстати, есть, а также есть Лувр и Монмартр. И Эйфеля видно строение поверх самых высоких крыш. Все узнают его без сомнения. Романтический город Париж. Ну, приятно же догадываться в конце. Ну, хорошо, это была разминка. Слушай дальше. Ой, мне уже страшно. Города есть на свете разные. Есть холодные, есть потеплей. В этом городе площадь вся красная, потому что на ней мавзолей. Правил царь отсюда державою, хоть горела не раз и не два, а еще она златоглавая. Догадались, конечно. Москва. Так. Ой. А теперь сейчас все очень сложно будет. Ой. Руда железная здесь добывается. В домнах плавится здесь металл. Иногда президенты рождаются. И знакомый нам всем квартал. Так. И пусть уже его нету города, он длиною всех превозмог. В этом городе зелено, молодо. Удивительный Кривий Ріг. Ну, Кривий Ріг. Ну, бачите, скільки всього цікавого можна. Ну, давай ще одну. Один. У нас просто не так багато часу. Хотілося ще ж, можливо, якусь пісеньку заспівати. Пісеньку? Про музику, про навчання. Може, якийсь є, знаєте, такий прям, щоб всі запам'ятали і повторювали тоді. Собі. Я тебе скажу, с чего началась песня. Она, конечно, про химию, но, знаешь, есть такая вот лакмусовая бумажка, с помощью которой можно определять, вот засовываешь, и она цвет меняет. Это очень забавная такая штука. Я перед тем, как написать песню, пошел к своему сыну восьмикласснику и говорю, ты знаешь, что такое лакмусовая бумажка? Он так подумал и говорит, а лакмусовая бумажка – это жесть. Вот поэтому вот там вот в этой песне есть эти слова про лакмусовую бумажку, это жесть. Мало того, в песне в этой еще есть элементы английского языка в рамках школьной программы. Ничего себе. Так что это и про химию, и про английский язык. Все сразу. Вот. Лакмусовая бумажка. Лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка, это просто жесть. Лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка покажет, кто ты есть. Оторви бумажку смело, сунь в раствор и наблюдай, коль бумага покраснела, кислота здесь так и знай, и не зевай. А pH, чувак, пойми, от нуля и до семи. Лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка, это просто жесть. Лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка покажет, кто ты есть. Посинела, дорогая, смело скажем мы тогда, значит, очень щелочная здесь находится среда. Ну да. А pH, чувак, прикинь, up from 7 to 14.
лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка, это просто жесть. Лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка покажет, кто ты есть. Намочи ее нормально, цвет зеленый, черт возьми. Знать, среда у нас нейтрально, равен здесь pH 7 и ни-ни. О лакмусовой бумажке, о лакмусовой бумажке, о лакмусовой бумажке я песенку пою. Лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка, лакмусовая бумажка покажет who are you. Браво, браво. Ну, Олександре, ви знаєте, я скільки разів от чую вас, як ви співаєте, як ви все складаєте. Настільки легко, просто. І вірші також, вони, мені здається, і пишуться так просто у вас. Якось воно все складається. І ті діти, які будуть слухати, можливо, запишуть собі такі пісеньки, будуть співати, їм просто навчальний процес нічого не буде вартий. Вони легко запам'ятають, вони легко вивчать, і потім врешті-решт будуть з батьками співати. Наостанок хочеться від вас почути рекомендації для батьків, для дітей. І, можливо, ви вже видали збірник? Можливо, вже є ті пісеньки, які можна собі забрати і співати? Чи це тільки стосується вас? Ні, смотри, ідея яка. Я ще нічого не іздав. Я в Фейсбуці написав, я ініціював цей проєкт. Я хотів би, щоб люди присоединились к этому. Є у нас в нашому місті, в Україні, полно творчих людей. Я думаю, що якщо совместними усиллями, тут можна не просто якийсь збірник іздати, а можна взагалі переворот зробити в школьному образованні. Ну, це було б дуже добре. І зробити його все-таки цікавим, тому що ну, і так, как бы, в школьной программе есть вопросы к ней. А если еще вот сейчас мы уходим в онлайн, а никуда от этого не деться, станет скучновато. Поэтому вот если сделать это забавно, интересно, весело, а если сюда включить еще не просто детей, еще если учителя начнут как-то сдвигаться из форм своих, а если еще и родители подключатся, я думаю, что... Впораємось. Насправді, такий творчий сьогодні був гість, перший гість, який задав тон нашій програмі усій. І я думаю, що настрій підвищився у вас, якщо ви слухали, бачили, як пан Олександр співав, скільки він всього цікавого кожного разу придумує для нас, для нас усіх, для дітей, для дорослих, для батьків і вчителів. Ну, я вам дуже вдячна от за ваш підхід, за те, що ви намагаєтесь зробити переворот в навчальній програмі і взагалі в процесі підходу до навчання, це було б просто на ура. І дуже хочеться, щоб сприйняли вас як потрібно, щоб люди записували, приєднувались, ну і, звичайно, щоб всі разом ми створили зовсім новий підхід до усього, що в нас є. Тим більше, що розумних, талановитих людей у нас дуже багато. Це точно. І ви цьому приклад. Да, тому велика вам вдячність, будемо чекати вас ще з новими піснями. На жаль, не так багато часу, щоб можна було все заспівати, але... Да, у мене там ще про Піфагора є, і про синус, і косинус є. В общем, и про высокомолекулярное соединение. В общем, короче, вся шкільна програма. Есть еще куда. Азы. Да. Все, тоді чекаємо вас, да. А зустрінемося з вами за декілька хвилин. Спасибо.